поблагодарить вас всех, что вы сегодня с нами, что вы пришли. Я здесь вижу людей, мне дорогих, близких, вижу моих друзей, вижу моих родителей, вижу всех тех, кого люблю и кто меня вдохновляет. Все красиво, и я тебя поздравляю. Это очень важно, когда мы тратим время, бесценное сегодня, да, на то, чтобы увидеться с друзьями, сходить на выставку. Надо тратить время на красоту, не жалейте это время, потому что без этого как бы у всех у нас жизнь становится скучной и безрадостной. И вот Света вступает сегодня на свой путь, это ее первая персональная выставка. Для меня это особенно важно. Я галерист, галерейная идея – это моя работа. Для меня это больше ее выставка, чем просто бизнес. Я так радуюсь, что я не ошиблась тогда, что она творит, придумывает, фантазирует. Спасибо всем. Того, что ей обязательно нужно открыть глаза и посмотреть, потому что все это вещь достаточно сакральная, как символ, шар, круга. В этой серии, вот, которая с наложением, хотелось показать, да, в том, что она сделана в городе Прован, на одной фотографии, и хотелось показать, что город Прован – это один из старейших городов Франции. Историю. Что там, да, историю, что там сохранилась в этом камне вся история города. Si tu veux, en distance, il y a deuxième, troisième, quatrième plan, si tu veux. Et là, ça me fait travailler beaucoup plus. Et ça m'intéresse beaucoup plus comme ça. Ok.
Parce que les paysages, en général, je trouve qu'ils sont très difficiles à faire. Non seulement, je peux goûter, et seulement après, je vais demander pourquoi. Viva Rasmija! Viva Svetlana! Sobre todo, viva Svetlana! Корабли в открытое плавание, каково это? Вы знаете, что это большая ответственность, в первую очередь моя. Но я уже смею надеяться, что у меня рука легкая, у меня же есть опыт.